Всем привет! Теперь хочу показать видео чуть-чуть, которое записывалось ранее, ну недели, может, три назад. Еще листвы нет, еще ранняя весна. И некоторые места, которые очень запущены в старом городе, в районе Заречья, там, где не ходят туристы. Ну, есть и где ходят. Ну, есть улицы, где не ходят туристы, и, в принципе, об этом мало кто знает из иностранцев, как живут люди. Смотрим. Красотища на этой стороне улицы. Весна ранняя, речка течет, строится. Капец, как цыганский табор. Вот это Евросоюз, разница в 100 метров. Контрасты большие. Ужас. Ужас, что творится на этой стороне. А тут куча туристов. А вот как после войны. А вот красота. Гаражи еще старые не убрали. Вот красота, дом. Вот покрасили стену. Довольно новый. А вот молодежь теперешняя, таланты. Руки-ноги обрывать. Вот им не втерпёшь где-то проявить себя. Я понимаю, ну что-нибудь красивое сделай. Что... А тут... На красивое у них мозгов нет. В Советском Союзе такого не было. Куча бомжей. Молодой мужчина, стыд и позор. Вот, посмотрите на стены, вот это Евросоюз. Одна из уличек Вильнюса. Район Заречья. Ужупис. Все разбито. Посмотрим, как люди живут на одной из улиц Заречья. Вот такой дом. Весь разбитый. Ну, хоть этот дом и разбитый, и развалюха, но цена ого-го. Цены в старом городе большие. Ну, Сужупе район.
Вообще ремонт идет. Да, здесь ремонт. Внутри. Как люди во дворах живут, посмотрим. Зеркало висит. Вообще-то страшно. Страшно. Подожди, Вита. Посмотрим здесь. Дом уже сейчас все валится. Вот здесь. То для тех, кто думает, что в Литве, как в Европе, что шик везде. Вот посмотрите. Страшно. Вот так живут люди. Район Ужупис, Заречье. Обалдеть. Дома старые, нужен ремонт. Ворота сгнившие уже все. Здесь что у нас? Все старье. Так машины стоят на газоне. Уже трава не растет тут десятилетиями. Штукатурка вот отбита по всему городу вот так. Дома, в принципе, под снос. Дома под снос уже. Вот так внутренний двор. Там, где не ходят туристы. Вот здесь туристический тропы не проходят, изредка очень. А центральной почты здесь полкилометра, может километр. Я тут посмотрю, а? Ну, некоторые, да, тут скворечники такие очень красиво. Я говорю, тут посмотрел, некоторые дома ремонту не подлежат. Вообще сносить надо все это. Вот еще один дворик. Ну, тут более-менее, как говорится, не везде так страшно. Прошли улицу. Здесь уже идет стройка. Там все сносят и строят заново все. Давно пора. Кошка и собака дружат.
замочков тьма тысячами. Мост. Не знаю, когда его ремонтировали. 50-100 лет назад, наверное. А там что, цыганский табор? Здесь капитально за этот райончик уголок взялись уже. Все разворотили. И одна стройка сплошная. Ну, надеемся, что в будущем будет все прекрасно.